Horizon Zero Dawn. На связи Чандра и Ольга. Вы часом не знакомы с торговцем Бургрендом из Грани Песни? Парни, глядите, этот прохвост послал за нами свою прислужницу. Я никому не прислуживаю. Он просил помочь вам добыть детали, чтобы вы не таскали ему всякий хлам. Всякий хлам? Эта стая скоро отправится в путь. Не будем спорить. Предлагают помощь, надо принять. Ладно. Мы хотим перебить эти машины. Если тебе так не имется нам помочь, вперед. Ты как с вождем разговариваешь, э? Не, вот это, конечно, грустно, правда. Очень противно. Как все хотят быть. Пицца троллей. Да, это упоминается хотя бы. Тебе все равно относится как к ученику, что вполне логично, по статусу. Понимаете, ребят, Хогвартс Легаси какой-то сраный, Хогвартс Легаси и то. А тут обидно. Очень обидно. Так, ладно, раз. Два. Остановится ли? Это же воу, как он остановится? Да? Становится только после своей смерти. И то не факт. Они, кстати, что-то стреляют там. Ой, заморозился, но не он. Конечно же. Это же какой-то там жалкий, ничтожный громозек может заморозиться. Сразу. С одного снаряда. А тут воу, все. Не, на самом деле, правда, шок. Громозек с одной плашки, а этот товарищ получается... Ой, тут, кстати, жопа. Я хотел обойтись без бомб. Попал же по жопе. Ладно, это минус. Ах ты. Петух. Печаль, страница. У меня печаль, то что огнежара нет, да и вообще всего нет. Я куда-то понатратил кучу ресурсов. Не, последнего я убил. Ну, страница. Хочешь обсудить нашу сделку с... Вот и все. А вы трое неплохо сражаетесь. Ну, спасибо. Хотя помощь нам не нужна, и без тебя бы вполне справились. Бургрент видит это по-другому. Вы же хотели всучить ему разбитое сердце Громозева? Что? Так уж прямо разбитое. Ну, пополам треснуло. Уркай, нет времени. Идем, парни, охота ждет. Надо добыть еще два компонента. Куда спешите? Хотим убраться с этой земли как можно быстрее. Это не твое дело. Я добыла коготь огневолка для Бургренда. Остались жилы ловчего и клык щелкозуба. Вот и придержи ее. Ты ведь пойдешь с нами на следующую охоту? Ну да, кто-то же должен за вами присмотреть. Ладно. Можешь упасть нам на хвост, но только не думай, что ты наша. Кровавым сугробам не нужны новые охотники. Кровавые сугробы? Ты так хочешь назвать наш враг? Имечко не очень-то дай. Как будто ваши названия были лучше. Эй, ты. Мы идем на северо-запад, к руинам рядом с пустым залом. Приходи.
А как наш верак, кстати, называется? Не знаю, постоянно. Просто верак? Скоро мне это понадобится. Посмотри по названию деревни. Давай посмотрим. Песни. Грань песни. Деревня называется. Верак грани песни, наверное. Короче, эти певцы, танцоры, разные. Развлекательная программа, ребят. Ой, там еще ловчего, надо еще что-то. Вот и стадо. Все готовы. Ты шутишь? Мы всегда готовы. Вперед, огненные черепа! Нет, ужасно. Да, уж имя скверное. Но ты старался, Урка? Ладно, пошли убьем кого-нибудь. Как его зовут? Урка, серьезно? Турка? По-моему, Урка. Там сверху, на цветочке, что-то горит. Горит, горит. Это можно, видимо, на расстоянии было отключать цветочек. Я этого не делал. Если удается хорошо попасть, то получается попасть хорошо. Сколько еще на тебя будет надеть? Смотри, они смогли даже кого-то одолеть. Вот это да. Увеличим количество патронов. Где эти ловкие-то? Вон он. Ах ты собака, вот в последнее мгновение вильнул хвостиком своим поганым. Ну как так-то? Ну за шо? И почему ты на меня нападаешь? Я вообще-то по тебе не попал. Может, ты вильнул. Жила ловчего есть. Еще ловчий, да? Сейчас вызовем его. Получай. Он вначале прям самым убежал. Ну там по заднице буквально раз попасть. Угу. Одной деталью больше. Добудем еще одну, и долг уплачен. А все ведь складывается. Я начинаю верить, что мы и правда удерем. А я боялся, что без Нукони мы и недели не продержимся. Но получилось. Кто такая Нукони? Нукони. Нукони была нашим другом. Она бросила вызов вождю нашего Верака. Она погибла. Нет. Если уж взялись рассказывать, говорите правду. Ее убили. Я вам очень сочувствую. Хоть кто-то нас выслушал. Спасибо, Элой. Нет, это все не важно. Что случилось в Бануре, там и останется. Теперь важно только то, что будет в Доме Солнца. Вот там-то паленые индюки и сделают себе имя, да? О, паленые индюки? Серьезно?
само с губ слетает. А вроде как слюни. И куда дальше? К западу отсюда есть озеро. Там можно поохотиться на щелкозуба. Встретимся там. Доберешься раньше, подожди нас у костра. Мы скоро будем. Угу. Ну-ка, посижу, подожду. Я уже начала за вас беспокоиться. Все в порядке? Мы не спешили. После того разговора у нас было о чем подумать. Не сомневаюсь. Еще одна охота. Долг будет уплачен, и вы сможете уйти на юг. Готовы? Элой, мы солнечные лыжи всегда наготове. Солнечные лыжи? Отлично. Кошмар. Ну ты даешь, Тулимак. Я думала, невозможно придумать название смешнее, чем паленые индюки. Ну, как скажете. Пошли уже. На юг лыжи навострили, короче, они. Так, перебейте машины. Причем перебивать их нужно именно в тех зонах, да? Хорошо, нам нужен по-хорошему вот этот дружишка. Я правда не попал? Ну что еще? По тем частям надо попасть, разбить их. Вот хорошо. Там сбил. Что происходит? Где я? Где-то под крылом у этого пролетика. Есть крит. Ага, ясно. Можно попробовать огненными. Мы, по-моему, били крохозуба. Огненными нужно вот туда попадать. Крохозуб посильнее. Видим светом, как же хорошо! Да, этот крохозуб явно сильней. Курица, ты не попутала вообще ничего? Так, если успею... Успел. Хорошо. Ух ты, еще и подмороженные. Птица, ну ты на кой черт на меня-то нападаешь? Твоего кореша вон убивают. И явно не я. А ты нападаешь почему-то на меня. С какого перепугу? Какая у тебя логика алгоритма-то?
Я не знаю, на каком еще больше расстоянии нужно держаться, чтобы меня не откинуло. Горает. Пока не буду тратить еще дополнительно. Справитесь, конечно. Я же здесь. Понятно, опять-таки, я с птицей сражаюсь, Кархазуб полный игнор всех остальных, кроме меня. Я тебя понял. Это логично. Ой-ой-ой-ой-ой, какой кошмар. Возьму дорогу. Не трогай. Еще не все, что ли? Что еще? Может, мы с вами поговорим и дальше пойдем? Не сейчас. Бандиты близко. Какие бандиты? Где вы видите? Где вы вообще кого-либо здесь видите? А на полном серьезе. А где? Сейчас куда-нибудь подойдешь, они вылезут. Вон, вон, вон. Это вышка управления. Да? Да. Что-то. Может быть, мне нужно с этого детали собрать? Да нет. У Банук синий самоцвет вроде ценится. Ищем. Смотри, он побежал куда-то, но остановился. Куда? Ты прыгаешь. Молодец. Ты, наверное, нужно тоже открыть. Нет. Делаю запасы. А-а-а! Понимял. Фрики-рики вот оповщены. Какая чушь. Он и... Ну, короче, забейте, ребят. Это реально бред. Искать здесь логику какую-то нет никакого смысла. Вот что-то сразу по три заряжать. Ладно. Допустим. Кровавые сугробы, огненные черепа, солнечные лыжи, да-да-да. Откуда ни возьмись, появились солнечные лыжи. Ладно, сейчас так расстреляем его. Я даже подходить не хочу, если честно. Угу. Ну куда ты убегаешь? Иди сюда.
Ну вот, это все детали для Бургренда. Значит, вы свободны от долга? Пока да. Пока Уркай что-нибудь не сломает. Один раз всего? Из тебя хороший шаман, Элой. Спасибо за помощь. Может, еще свидимся в Доме Солнца. Ну что, пора прощаться. Не грустно вам покидать родной край? У меня там уже нет никого родного. Чтобы эти поганые подхалимы замерзли насмерть. Это уже перебор, Уркай, тебе не кажется? Ну, Кони друг и учитель. Когда Аникут отнял ее у нас, он словно вырвал из нас душу. Чудно это. Как быть охотником Банук, если Банур тебя отверг? Как нам теперь найти себя? Вот скажи, Элой, кто мы по-твоему? Какими ты нас запомнишь? Дебильными. Оглянитесь. С тех пор, как вы покинули Банур, вы сразили больше машин, чем иные охотники за год. Мы разбиватели сердец, да, Уркай? Один раз всего. Но ведь чтобы добыть это сердце, вы одолели Громозева? Ну да. Слушайте, глупый вопрос, но может назваться разбитыми сердцами? Знаете, а мне нравится. Да, звучит здорово. Спасибо, Элой. Ты разглядела нашу суть. Пожалуйста. Теперь надо вернуть. То есть в итоге мы все-таки сами добывали эти ресурсы. С помощью, правда, ребята, будем честны, какой-то дамаг выносили. Это правда. Но такое. Дарами беспощадный. Бургренд, окупились твои вложения? И с лихвой. Большое спасибо. Эй, ты знаешь, что эти трое чокнутых теперь называют себя разбитыми сердцами? Ну... Я получил детали. Теперь могу сам долги раздать. Так они ушли на юг? Да, ушли. У меня в Доме Солнца есть один приятель Атур. Он передо мной в долгу. Старина Атур – добытчик деталей. И довольно способный. Послал ему, пусть учится у лучших. Или хотя бы у довольно способных. Ну, мы работаем с тем, что есть под рукой. Кстати говоря, вот, в знак моей благодарности. Я стоял на вершине тучи рек. Три синих самоцвета. Беспощадной метели. Спина к спине. И коробка с необыкновенной наградой. Ну, необыкновенно, да. Ой. Ой. Я нажал не ту кнопку, и все. И все сразу сломалось. Так, что у нас осталось в этой зоне, в принципе? А знаешь что? Я знаю что. Вот сюда. Ну-ка. Хочу поговорить об этих твоих фигурках. Они на самом деле не мои, но поговорить о них я всегда рад. Держи, Ньюк. Это последняя из фигурок. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ладно, шесть, так шесть. Клянусь синим светом, не смел надеяться, что увижу всю коллекцию. Посмотри, они... Прекрасны. Ты совершила великое дело. Поправить. Возможно, это последнее свидетельство существования этих зверей. Возьми. В благодарность. И приходи еще. Я и друзья-животные будем тебя ждать. Торговля? А, ну это обмен. Пока это все. Тогда увидимся. Урсус Американус. Великолепный американский барибал. Представляет Montana Recreations. Как бы тебе понравилось встретить его в лесу? Думаю, мне очень бы понравилось. Какой же прекрасный зверь. Puma Concolor. Грозный дикий кот.
представляет Montana Recreations. У него шкура песочного цвета. Это землеройное животное? А зубами он норы копал? Бизон, бизон, бизон. Именно так на латыни называется царственный американский зубр. Представляет Montana Recreations. На латыни? Может, в мире предтеч так было принято несколько раз повторять имя особо почитаемого зверя? Урсус Арктус. Свирепый серый медведь. Представляет Montana Recreations. Такие когти могут разорвать тебя пополам. Может, в юном возрасте, но Montana Recreations, сказал он седой. Он стар для охоты. Адакойлиус виргинианус. Прекрасный чернохвостый олень. Представляет Montana Recreations. Меня уже задолбал Montana Recreations. Но, возможно, эти рога нужны были ему для охоты за неимением клыков. Канис люпус. Загадочный серый волк. Представляет Montana Recreations. Может ли так быть, что эти волки и наши лисы — это одно и то же? Может, по прошествии сотни зим... Нет. Нет, это смешно. Альцес Альцес. Благородный лось. Представляет Montana Recreations. Рога растут как деревья. Конечно, этому лосю нужны были эти чудные наросты, чтобы маскироваться. Все? Всех осмотрели? Ух! Все собрали, все осмотрели. Что у нас еще из этого не собрано? Все собрали мы в этой зоне, правильно? Угу. Пигменты, звери и что еще? Самоцветы и все? Давай посмотрим, что здесь за награды. Самоцвет. Кость барсука. Ну-ка. Кость белки. Спиралька. Кость совы. Жаль, что не шкура и не чешуя. Ну что ж, и отправляемся по главной здесь линии местной. Ну и пока перемещаемся, благодарим наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров, благодаря которым на канале выходят видосики, и присоединиться к их числу вступить в семью. Семья — это главное. По ссылке в описании, ссылка на бусти, переходим, подписываемся.